Для работы современных мощных паротурбогенераторов необходимо большое количество пара высокого давления и температуры. Производство пара осуществляется в технически сложных устройствах, котлоагрегатах, далеко ушедших в своем развитии от первых типов котлов. Современный котел с естественной циркуляцией состоит из одного-двух барабанов и подключенных к ним экранных и кипятильных труб. Котлы высокого давления могут производить пар давлением 110 и более атмосфер, температурой перегрева 500 градусов и выше, в количестве до 600 тонн в час. Основные элементы этого котла. Холодная воронка, шлаковый бункер, горелки и топка, в которой происходит сжигание топлива, экраны, состоящие из ряда труб, расположенных по стенкам топки. Они защищают обмуровку топки от действия высокой температуры факела и работают с интенсивным парообразованием. Барабаны котла, к которым присоединены экраны и конвективный пучок. Пароперегреватель, состоящий из змеевиков, соединенных с основным барабаном. Водяной экономайзер, изготовляемый из труб малого диаметра, обеспечивает подогрев питательной воды, снижая температуру и потерю тепла с уходящими газами.